пойдем, ну, короче, посмотрим, что у тебя получилось. Все результаты наших тест-драйвов закончились пробитым капотом. Этот раз все-таки он уже на нормальной резине, нормальная сцепа, все нормально, но... Лопнул шкив. Но лопнул шкив. Внешний результат мы видим. Да это камушек, это скол, что ты рассказываешь, да, вентилятор. Кто-то валил, да. Да припарковался, тут жигулятор боком дал. Кнопки, он не хотел, я его сейчас закрыл, не хотел его кнопку закрывать. Помимо этого еще сигнализация сломалась. Это все сцепление, это все говно BMW. В общем, она на него орет, ругается, говорит, блин, ну его нахер. Вон он, я его вытащить не смог. Вот-вот-вот. Да, вот крыльчатка отломана, и вот там нету уха. В общем, последствия заезда у нас. Не хватает части вентилятора, шкив, ну там шкив в глубине, туда. В глубине он пускание лежит. Туда. Сейчас попробуем добраться. Отсюда, там видно, вот такого куска. И вот, потом это снимем, вот сюда бабахнем. В общем, тот камушек, что полетел через капот, попал сюда, попал на вентилятор, вентилятор на шкив, мы, в общем, приплыли. Такой еще поломки у Пахина с Лёхи не было. В продолжении этой истории, в общем, достали шкив коленвала. Шкив коленчатого вала BMW. Здесь визуально смотрим нормально. Смотрим сюда. Не хватает. По идее, что-то не хватает. Да. Хотя это, по-моему, тюнинг. Да. Для обретения кузова. Разрезная шестерня. На тазах ставят. Ну, ему... Меняем угол положения. Да. Для этого нужно просто найти такой же кусочек и просто хомутиком затянуть. Изолентой, хомуты дорогие.